Афина, Венера и Юнона. Картина немецкого художника Ханса фон Аахена, написанная в 1593 году. Находится в Музее изящных искусств в Бостоне. Живописец Ханс фон Аахен написал картину на основе древнегреческого мифа о яблоке раздора, послужившем косвенной причиной Троянской войны. Изображены три богини – Афина – Минерва, Венера – Афродита и Юнона – Гера, пришедшие к Парису за решением спора о том, кто из них прекраснейшая. Юнона обещала ему господство над Азией, Афина – победу и военную славу, Венера – обладание прекраснейшей женщиной. Он предпочел последнее и отдал яблоко Венере, приобретя этим себе и своему народу, богине Венере, постоянную покровительницу. Парис, по совету Венеры, отправился в Амиклы. Наделенный богиней Венеры всеми чарами красоты и прелести, он понравился гостеприимным хозяевам и особенно прелестил Елену. Парис убедил ее бросить дом супруга Менелая и отплыл с ней ночью в Азию, взяв много сокровищ из дворца Менелая. Этот поступок Париса послужил поводом к Троянской войне.